У вас как продвигаются тренировки домашние? Кто-то, наверное, уже и записался в фитнес-студию. То есть, ну, пошли дальше, да, у нас тоже стали сейчас открывать. Ну, я решил сегодня продолжить мой видеоролик «Тренировка на дому». Еще раз всем привет. Вот, и едем дальше. Тагил рулит. Установили сначала на такую среднюю скорость, да, и потихоньку начинаем разогревать ноги. Потом я их дальше буду прокачивать на тренажере. Вот так вот. Так, все нормально. Сегодня у нас воскресенье, солнечный день. Но я тренируюсь дома в тишине, в спокойствии. Чтобы не заразиться короной. Вот так вот. Так все движется вперед. Фитнес-студии открываются, магазины открываются. Ну да, они как бы открылись уже, да, давно. Вот, вот сейчас уже видно, что все кипит, ну то есть начинает оживлять. Вот, разогреваем ноги, уже проехали небольшое расстояние. Вы, ребята, подсоединяйтесь, кто вообще спортом занимается, кто хочет новых партнеров, друзей по бизнесу, а также и по тренировкам. Подсоединяйтесь, пишите. Мой канал на YouTube только появляется. Мы его сейчас продвигаем. Небольшие успехи уже есть. Пишут комментарии, лайки ставят. Ну, звонят тоже. Ну, сейчас тема у нас, как мы с этим Wertheim Village сервисом стали предлагать людям по закупкам марковых вещей, да, то есть там у нас партнеры, они предлагают тоже, ну как, скидку на вещи 30-40, а то и 50%. У нас есть специальная карточка VIP, VIP-карт, которую мы можем показать, вам еще скидку сделают. Отели у нас тоже свои во Франкфурте, ну это как наших партнеров, да, вот, у них можете остановиться, отели очень презентабельные, хорошие, и как мы выяснили, еще от Аэрофлота дается тоже такие, ну, бонусы, но эти конкретные детали я уже вам могу, когда напишите, позвоните, я вам все объясню. Есть бонусы от Аэрофлота, это тоже партнер, и вам потом можно или билет дешевле купить, или же эти же бонусы, пункты, они прилагаются при покупке этих товаров, ну то есть которые в этих аутлетах будете покупать, а также такси-фри. Когда наберете, ну, вещи, да, эти все марковые, потом вам заполнят такой бланк, формуляр, и с этим бланком в аэропорту вам переведут 19% вот этого, ну, что это, налога, да, то есть это такси-фри называется. Вот я считаю, что если вы
вещей наберете, ну хорошо, то там можно сэкономить, можно сказать, бешеные деньги, да. А также посмотреть Германию. Ну, этот шопинг-сервис, это конкретно такой для тех, кто хочет сэкономить на вещах, на марковых вещах. Ну и, конечно, также провести время, посмотреть Outlet, Wertheim, Ingolstadt, Metzingen. Они есть и в Париже, в Лондоне. Но этот сервис у нас в Германии. Так что вот такая вот у нас, вот такой вот сервис, да. Сейчас расширяем. Следующий ролик постараемся снять в Метцингене. Там еще больше выбор этих всех, ну, марковых кломод, одежды. Там и Барбери есть, Гуччи есть. Тони Бурдж, ну это девушки, женщины знают эти все марки, Эскада, Кашинель, все эти марки там в Метцингене есть. Сейчас построили там новый Hugo Boss магазин, очень-очень большой. То есть Hugo Boss марка вообще, она оттуда, можно сказать, и родилась, в Метцингене. Это недалеко от Штутгарта, там была первая фабрика вот этого Hugo Boss. Она там еще и есть как музей, можно посетить. И уже в новом бутике, ну это большой мега такой магазин, там можно товар купить, ну то есть одежду. Все тоже с накидкой, да, с большой. Я думаю, что накидки там чуть ли не каждый месяц разные. 30, 40, 50%. Особенно если сейчас, ну как, к осени, да, там пойдут потом уже накидки такие, как под 60%. То есть не проспите, обращайтесь на мой канал. Ну, то есть пишите мне, я вам все организую. Вот так вот. Сегодня маленько такой шпанты у нас. Фитнес, тренинг. Ехать на хом велосипеде и наслаждаться. Вот, проехали уже. Показываю. Сейчас 3 километра будет. Это мало еще. Ну, ребята, рассказывайте, как у вас дела. Привет всем. Еще раз нас смотрят Россия, Азербайджан, Грузия, Украина, Белоруссия. Звонят нам. По Европе тоже смотрят. Звонят, обращаются. Сейчас начали в Германии тоже партнерам показывать свои видеоролики. Они смеются, говорят, зачем тебе это надо? Я говорю, а сейчас прикольнусь, буду в Ютубе показывать свою приватную жизнь, тренировки, а также и фирма будет еще больше расцветать и прославляться. А также моя цель, вообще моя цель, это вам такой сервис, который не везде еще имеется в таком стиле. Это вот мое желание людям, все эти, ну, нервотрепки, беготня, это суета, все сэкономить. Это будут мои проблемы, а я вам
хочу, чтобы вы наслаждались жизнью, такой сервис представить. Ну, чтобы вы занимались своими делами, а мы будем заниматься вашими делами. У нас еще также недвижимость, машины, вот поиск машин, нашли новых партнеров, тоже в Германии. У них машины очень-очень высшего класса. Я думаю, что такие, вот такие только идут в Дубае, ну, Москва, Зуизу, по Германии здесь, ну и Монако, вот в Монако их там очень много. Дубай, Монако, Москва, Лондон. Машины у них очень крутые, можно сказать. Я вам потом могу фотографии скинуть на канал, показать. Или так, кто, ну, конкретно уже будет обращаться, я покажу фотографии. Машины эти там от Мерседеса, Брабуса, Майбах, Пульман, от Rolls-Royce, все самые высшие крутые марки, Lambo, Ferrari, Bentley, Aston Martin, причем они все заделаны, ну такое это, ну, надо на заказ все это, да. У них уже все это готово. Они специально специализируются на куншев, ну, на людей еще, кто вот, с Арабских Эмират, с России, с Китая, а также из Америки поступают к ним заказы. Вот. Недвижимость у нас сейчас. Будем показывать объекты во Франкфурте и в Баден-Баден. В Баден-Баден для тех, можно сказать, кто хочет еще задуматься о, ну как, когда будет уже, ну, пожилой, да, в Баден-Баден там имеется очень много всяких клиник, вода лечебная. Курпарк, ну парки, где гулять, отдыхать можно, и воздух там очень чистый. Ну это те понимают, кто уже видели, может, бывали здесь и знают, что я имею в виду, что наслаждаться жизнью. Мы тоже наслаждаемся сегодня, едем на велосипеде. Уже начинаю разогреваться, прокачиваться. Вы тоже не забывайте, это тоже прокачка. Прокачка вашего, ну это как вот этих вот нижних мускулов и ауздауа. То есть это вы как, ну, ваш организм. Его тренируйте. Вот он начинает видеть швицин, потеть потихонечку. Ну вот вернемся к иммобилиям в Баден-Бадене, да, что обращайтесь, там сейчас строят и имеются также дома красивые очень на продажу. Сейчас из-за корона многие стали, ну, выставлять объекты, причем очень-очень хорошие, и можно сказать тоже со скидкой, может, у кого-то дела не пошли, продают сейчас, может, так кто-то вкладывался, все же акции тоже упали, все сейчас пошли, но это какие-то конкретные идут, а остальные все и найма, можно сказать, и не найма. Вот во Франкфурте там уже более такие современные, там уже для тех, кто хотят в мегаполисе
крутиться, жить. Там пошли сейчас новые такие, ну, небоскребы. Там квартиры, все делюкс класс, все на высший уровень, все хай-тек, умный дом и как все там это называется, все там это есть. Очень красиво, я их сам смотрел. У кого интерес будет, пишите, я вам видео, а также фотографии, информацию про цены, про весь этот, про всю эту канитель, все вам расскажу, напишу, напишу. Вот. И для тех еще, кстати, кто хочет гражданство немецкое, чтобы в Европу может переехать или иметь это гражданство немецкое, достаточно купить недвижимость, и у вас через пару лет будет гражданство. А если еще и займетесь чем-то бизнесом, то у вас тут вообще проблем никаких не будет. Это можно все сделать. Потому что многие, вот вчера смотрел там видеоролик, там что-то говорят, в Германии это трудно получить все. Все тут можно получить, только надо знать, как все законы. У нас, кстати, свой анвальт есть во Франкфурте. То есть, ну это как по недвижимости, по всем этим гражданским вопросам, они вас все фахмынишь, все вам расскажут, как это все делать правильно, да, то есть, чтобы только было все в вашу выгоду, потому что это, ну, все равно связано с каким-то, Aufwand, да, то есть маленькая нервотрепка, но это все, если конкретно желание есть такое, это все можно сделать. А тут уже Германия, Швейцария, Монако, Италия, все это уже рядом, и Англия, кому эти точки надо, уже, чтобы деньги перекачать. Вложиться, да, это все здесь под боком. То есть Германия вообще считается, уже называют офшорная страна, такая легальная, только люди вот так идут и ничего не видят. Не надо вам там Ципиан и во все эти Камбоджи переселяться. Это все можно в Европе сделать. А вообще эта страна еще Люксембург, самая крутая тоже, где там идет все по этим офшорным делам. Ну, кто в курсе, не знаю все это. Но вернемся к иммобилиям. Франкфурт, да. Вот я говорю, что там объекты сейчас строятся очень крутые, люксовые все. Кстати, это для тех, кто может, хочет деньги вложить, это самый лучший вариант. В недвижимость вкладывать, от акции сразу, ну как, не советовал бы, да, здесь очень нужен, скажем, такой глюк. И, ну, чтобы, надо информацию иметь очень мощную. Финансбираторов, которые вам будут помогать, даже они ошибаются. Но я предлагаю недвижимость вкладывать. Так что вот, не теряйте шанс. Сейчас из-за короны в Германии цены чуть-чуть спали, стабильны, но спали, да. Вот, потому что какие-то фирмы встали, какие-то люди пошли в убыток, то есть обанкротились, и к этому идет все. Вот, и цена на недвижимость падает потихоньку. Но она потом также и быстро вскочит, потому что сейчас все ждут этот корона-имштоф, как начнут людей
прививки ставить, то я думаю, все пойдет в гору опять. Ну, а какие у нас еще функции? Я сказал уже, да, по машинам. Вот. Сейчас вот, ну, к Новому году, думаю, будем еще больше показывать вот эти шопинг-сервис, да, так как у нас сейчас уже сентябрь, а через октябрь, ноябрь, декабрь, 3 месяца уже начнется у нас Weihnachtszeit, то есть рождественское, ну, как время, да, и там везде все так красиво, скидки очень большие, и все делает приятно, особенно тратить деньги, наслаждаться этим всем. А самое наслаждение — это вот дышать воздухом, и когда на улице солнце светит, ну, если дождь идет, у кого есть гартены, это тоже радует, что дождик поливает, не надо бегать, поливать все это. Это самое наше богатство. И, конечно, близкие, родственники, друзья. И вообще, что человек сам существует на этом мире, это есть самое богатство. А остальное все это материально. Все эти понты. Ну, без этого тоже нельзя. А так я говорю, что самое главное, что человек живет, должен жить и наслаждаться жизнью. Это Бог всем дал. Вот, ребята, уже показывают 26 минут. Сейчас велосипедная тренировка у нас кончается.